Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dream Defense. Так, ежедневный подарок, давай вот этот возьмем. Нам достается 3 мороженого, понятно. Конечно, забрать, и у нас 12 уровень. Не забываем, ребята, что нам чуть-чуть осталось до 3 эпизода. Ну что же, погоди-ка, бежать. Давай вначале посмотрим, что у нас тут по боезапасам для начала. Так, ну тут 376, этого мало. Вот так вот. И, наверное, вот здесь прикупим. Все, ну ладно, хорошо, давай сделаем так. 21, этого мало. 27, 30, все, вот теперь отличненько. Ну что же, поехали. 12-й. Секунду, погоди-ка, у нас, по-моему, здесь что-то по квестам еще. Так, популярный скин. Так, медовый мишка. Ну, что было, то и осталось. Так, получить бонусы. А, у нас еще овечка прискакала. Ну, давай посмотрим, чем она порадует. Ничем, ребята. Только лишь мы получили с вами минералы сна. Значит, отправляем ее дальше в путешествие. Пускай она ходит, бродит и находит нам плюшки. Ну, а теперь уже, я думаю, наверное, точно нам нужно отправляться на 12 уровень. Фух, была не была. Открывается у нас, ребят, какой-то тотем. Поехали. Давай лучше играть, не будем здесь лишние суету разводить. Мультикил. Старайтесь убивать несколько врагов. Это понятно, все. А, у нас же, ребята, еще лампочка есть. Да-да-да, я про нее и забыл. Тихо, родные мои, успокойтесь. Так, ну-ка. Ага. Нормуль идет, все. Иди отсюда, комарик. Ну-ка, что нам тут? Понятно. Салина бомбим, кстати, между прочим. Ну, иди сюда, я тебе сейчас наколошмачу. И мне очень хорошо, ребят, помогает лампа. Вообще просто замечательно помогает она мне. Так. Давай. Давай так вот добьем их. Они все равно здесь сосунки. Смотри, как у нас великолепненько все получается. Тихо, не надо тут буянить. А мы можем как-то себе увеличить здоровье? Или же нет? Хорош уйкать, айкать и байкать мне здесь. Бабайки всякие. Так. Ну, хорош. Не увидел, ребят, что их там целая куча была. Так, давай-ка вот тут бомбанем. И вот тут бомбанем. Слушай, куда ты прилетел-то здесь? Так, у меня как-то очень быстро тратится здоровье. Посмотрите, ребята, очень быстро снесли мне большую часть. Так, вы открыли ловец снов. Группируют разных врагов в одну кучу. Вот это, кстати, очень хорошо, ребята. Мы выиграли с вами саквояжик, чемоданчик. И получаем монетки, еще монетки и... Понятно. Минералы сна. Так, ну что же, поехали на карту. И, наверное, так, сколько у нас денег? 1121 монетка. Так, купить боеприпасы. У нас сколько, по-моему... Ну, давай возьмем одну. Ага, 6 штучек у нас их. Ясно, это, кстати, классно. Вот у нас теперь есть... Петарды, мороженое. Купить. Ну хорошо, давай, возьму, так уж и быть. Возьму 3 мороженого, да, у нас получается 2 петарды и 6 вот этих вот тотемов. Ловец снов. Все, замечательно, ребята. 13-я миссия. Нам пора с вами отправляться в путь-дорожку. Тут у нас прибавляются опять же эти чертовы обезьяны. И причем еще тут открываются шкатулки, которые будут нас досаждать. Сюрприз называется миссия. Вот эти вот шкатулки, про которые я вам говорил. Так. Из них, по-моему... Вот они явились, блин, не запылились. Так, погоди. Слушай, надо это уничтожать. Отребье все как можно быстрее. Потому что они по нам стреляют. Так. Молодцы, справились. Тотемы. Пока рано, ребята, использовать их. Давай вот так вот сделаем. Опс, в одну кучку. А в одну кучку это, кстати, хорошо. Мы их вот так вот, ребят, расстреливаем. Не надо нам, как говорится, делать большой разброс. Просто стрелять. Тихо. Ну-ка. Да зачем ты сейчас это-то включаешь? Эти нам нужно поберечь снарядики. Потому что у нас мало дротика. Всего 3 штуки. А врагов-то тут еще достаточно. Давай-ка мы заморозим их. И будем потихоньку расстреливать. Ой, как мы, ребят, с вами... Плохо наносим урон. Да что ты будешь делать? Нужно пробивать.
Нет боеприпасов, вот и доигрались мы с вами. Боеприпасы у нас закончились. Но тем не менее, ночка проходит. Последняя волна, у меня есть, ребят, петарды. Что нам здесь, тотемчик достается. Давай петардочку бросим. Довольно неплохо она бомбит. Так, погоди. Во-во-во-во, чтобы по минималочке нам нанесли. Да что ты будешь делать, давай их всех в кучку. И петарду туда. Ха, работает. Очень даже хорошо работает. Слушай, нам нужно очень много денег, ребята, заработать. Потому что патронов нету. А нам нужны. Дротики закончились. К сожалению, а босс-то не за горами. Так, ну сколько нам дадут здесь? 290 монет, мало. 850 это уже хорошо. И еще 850, отлично. 1990 в общей сумме. И точнее 2181. Так, 14-я миссия. Тут 3 миссии до босса. Оружейные, квесты. Мы с вами забираем это все. Ай, как красота, ребята. Так, ход выполнения. Улучшить лазерную лампу нам нужно, чтобы получить вот эти вот бонусы 3 элемента. А сколько нужно для того, чтобы улучшить лампу? Давай посмотрим. Защита, лампа 2300, а у нас 281. Не хватает чуть-чуть, а вот дополнительное здоровье мы вполне можем, ребят, с вами улучшить. Но если я улучшу, я останусь с вами без бонусов. Ой, без бонусов, без патронов. А патроны мне здесь нужны. Поэтому я их закупаю. Что здесь и вот здесь. Кстати, мы распылителем сейчас в данный момент не особо хорошо пользуемся, потому что нет надобности. Они не успевают ко мне вплотную подойти. Ладно, давайте приступать. 14-я миссия. Опять здесь теневой монстр, как мы видим. Не, давай-ка лучше мы будем играть. Мне все равно денег нет, я ничего не смогу здесь прикупить. Берегись туманного монстра, я понял. Туманный монстр. Собственной персоной он здесь будет. Давай, давай, лампа, помогай мне. Шкатулочка. А вот и монстрик, ребята, появился. Не запылился. Туда разогнался. Сосунок. Где этот монстр? Вот он, ребят, я его, по-моему, подбил. Больше нету нигде, да? Нету. Оу, тут их еще два. А давай-ка мы сделаем вот так вот, тотемчиком. И будем вот так вот, в кучку. Так, подожди, там комары у нас летят. Я же... Оу! Как ты не вовремя перезаряжаешься, медвежонок? Ёлки-палки, я совсем забыл, что у меня есть распылитель. Который очень хорош для ближнего боя. Так, овечка, давай мне что-нибудь хорошее. Петарда, отлично. Петарда нам здесь пригодится. Ну, куда? Молодцы мы с вами. Держим, ребятулечки, оборону, держим. Давай, 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 медвежонок Тедди, стреляй. Нет, комарики, не тут-то было. Валенок, я тебя сейчас все равно разбомблю. Так, надо запомнить, ребята, шкатулка вот здесь внизу. Сейчас она побежит на меня. Побежит ведь, я знаю, что побежит. Надо распылитель включать. Не понадобилось. Так, 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 так. Блин, я не вижу, ребят, в кого я там стреляю. Эй, фу, лампа, ты молодец, ты меня выручаешь. Не зря я тебя приобрел. Конечно, хотелось бы еще тебя улучшить. Ну, что, ночка-то подошла к концу, все, выиграли. С одной стороны, даже хорошо, что у нас вот эти вот туманные монстры появляются. Так, посмотрите, чтобы получить дополнительный ящик. Давайте посмотрим. Мне, наверное, надо было так изначально делать. А я все страдаю, что у меня нету денег. Вот они, ребята, деньги-то где? 294 монеты. Так, это не то. Это не то. Опять столько же монет. Во, хорошо. Замечательно. Слушай, у нас тут довольно неплохо должно быть денег. 2203. Давай зайдем в оружейку. И я хочу защиту улучшить. Да, мне нужно... Подожди, лампа. 2300, не хватает чуть-чуть буквально. Буквально чуть-чуть. Так, подожди-ка, у нас там... У нас, ребята, по квестам что нужно сделать? Улучшить лазерную лампу. Я думаю, с вашего позволения я пройду вот какой-нибудь здесь легенький уровень, да? Давай вот этот вот. Для того, чтобы мне накопить маленечко денег и улучшить свою лампу лазерную. Чтобы получить скины. Осколки, точнее, я бы так сказал. А с этими олухами мы с вами быстренько сейчас разберемся. Моментально практически. Вот видите мне, как лампа помогает.
А если мы ее прокачаем? Ух, как она будет бомбашить. Ну давай, давай, призрак, погибай. Нам, наверное, придется опять, ребят, посмотреть видосик. Точнее, рекламку. Тихо, тихо, ну-ка. Распылитель. Что-то он как-то приторможенно маленько начал действовать. Так, дай сюда тотемчик. Иди, иди сюда, голубчик. Оп, поджарили. Еще голубчики бегут. Козырно мы с ними расправляемся. Хе-хей! Последняя волна уже так быстро. Я только начал разминаться, как уже, ребят, последняя волна. Пиу! Давай, давай, иди сюда. Лампа, стреляй. Долгая перезарядка у лампы. Мультиубийство. Ну, давай посмотрим, дадут ли мне... Я опять могу глянуть. Я, естественно, ребят, буду смотреть. Два сундучка моих родных. Давай денег, мне денег побольше, говорю. Так, 423 монеты. 240. Так, это не то. Да елки-палки, ну, должно хватить, по-моему. Оу, 3186. Быстрее идем сюда. Подожди, не сюда нам надо. Не сюда, нам нужно вооружейку. И защита, лампа. Повышаем. Вот так-то, ребятулечки мои. А следующее обновление на 3800. Это, конечно, круто. Это дорого. Так, я получаю? Да, я должен получить. Тыц. И вот они, ребята. Открыть сейчас, конечно же, не завтра же. Так, медовый мишка, элемент петух и элемент купидон. И все по одному элементу, ребят, дают. Ладно, получить больше элементов. Отличная работа, сегодняшние элементы скина закончились. А что для этого нам нужно? А, понятно, купить. Нет, я не буду ничего покупать, у меня мало деньжат. Я возвращаюсь, ребята, на свой уровень. И тут мне надо уже прикупить. Что бы нам прикупить? Ну давай возьмем парочку здесь. А, в принципе, и все. Давай тогда здесь добьем. Вот так вот. Фух, ну что, где мы с вами там остановились? 15 уровень. Ого! Ого, тут, ребята, монстров-то. Редактировать? А, ну это взять что-то, убрать. Нет, мне ничего не надо убирать. У меня одна петарда, одно мороженое и 4 тотема. Я думаю, что этого мне пока хватит. Монстры, конечно же, будут нас доставать. Причем довольно сильно. Но лампа у меня улучшена. И время, нам нужно минут 15 прожить. Режим выживания. Режим выживания, вот что я могу сказать. Так, комар. Упс, упс. Жарим, жарим, жарим. Так, давай, 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 давай. Не достаю. Да что ж такое-то? Так. Слушай, они какие-то тут крепкие, чересчур, ребят. Дай-ка я вот так заморожу их. Да что ты делаешь-то? Вот гад. Петарду давай в эту кучу. Куда ты там полетел, а? Все в кучу, я сказал, встаем. Слушай-ка, а мы же, наверное, можем, знаешь, что сделать с тобой? Эта же штука, наверное, работает... Не обязательно, это уж куда мы поставим с вами тотем, да? Там она и должна работать. Ну-ка, проверим сюда вот. Точно! Но не все почему-то, ребята, притягиваются. Не все. Очень мало здоровья. Ребят, 15 секунд нам нужно прожить. Дай сюда эту. Жизнь мне дополнительную. Куда ты лезешь? 8 секунд. Тотем, срочно тотем. Арбалет, ну. Вон их сколько там, смотри, сколько их там. Есть! Хе-хей! Фух, я продержался, но я, правда, все потратил. Все тотемы. Ай, не успел нажать на просмотр рекламки, ребята. Ай-яй-яй, косячок мой. А вышел здесь почти 2000. Но тут уже, извините, надо покупать все-таки защиту, как ни крути. Сколько тотем? 430 стоит. Нам нужно... И мороженое нужно нам, кстати. Давай-ка вот так вот прикупим. Тотем... Давай, конечно, я потрачу гемы. 6 гемов. Так, сколько тут? 4 гема, блин. Ну я не знаю, ребят, для чего нам здесь нужны вот эти вот гемы пока. Мне вот кажется, что нормули. Итак, можно немножко потратить их. Для нашего же это все благо идет. Ух. Так, 16 эпизод, ребят. Там новый вид монстра, кстати. Смотрите. Или же это босс? Ой, это, ребята, босс. О-оу. Ладно, надо проверить, что он из себя представляет.
И нам, кстати, будет доступно новое какое-то оружие, или новая ловушка, или бомба. Уйма призраков называется уровень. Что ты делаешь-то? Так, давай вот этих вот. Ага. Ребят, пока не буду тратить. Воу-воу-воу, подбегают, подбегают. Так, вот они, паршивцы. Их замораживают лучше нафиг. И расстреливают, скорее всего. Ай, комары. А если я вот так вот бомбану? О, оптимально. Давай вылупись ты, ёб парасоте. Ну. А вот, ребятулечки, и босс. А вот и босс идет. Так, что он там делает? Он отправляет на нас каких-то мух. Так, подожди, подожди, я вижу овечку, я вижу, ребята, ее. Так, лампа, ты бы мне, конечно, помогала бы здесь. Хоть маленечко по боссу-то бомби. Я не успеваю, ребят, один. Он меня... Ой-ой-ой, какие-то они тут крепкие. Ну, давай дротиками тогда бомбить. Раз другого выбора нету. Так, я заморожу его нафиг. Он достал меня просто-напросто. Чего? Неуязвимость или уязвимость? Так, нет, какие-то уж больно сильные призраки. Уж больно сильные. Так. Надо бомбить по боссу все-таки. Он, ребят, меня достал. А что не срабатывал? Не срабатывает тотем, эй. О, перепуг это вдруг. Эть, мало дротиков, ребята, у меня остался. Очень мало дротиков. Ну, у него тоже здоровья не очень много, посмотрите. Ах, у него неуязвимость. Вот оно что. Нет боеприпасов. Отлично, это мне придется вот этими вот патрончиками его, значит, расстреливать. Ну что же, никуда не денешься, придется расстреливать. А здесь поджигать. Когда они подлетают ко мне вплотную, я их, ребят, поджигать буду. Вот этих призраков. Ну, вот так. А расстреливаем дальше. Осталось совсем немного здоровья у босса. Так, давай. Овечка. Что там, петарда? Петарда, ну-ка, подавись. Эй, у меня новое достижение и уровень пройден. Вместе мы сила. Мы открыли с вами баррикады. Наносит урон врагам при контакте. Так, два сундучка, и я думаю, что здесь нам достанется много денег. 505 монет, 3 гема. Так, 100 снов, 400 монет. Блин, кристаллы сна меня бесят, вот честно скажу. Мне нужны деньги, они мне дают кристаллы сна. И мы с вами попадаем на эпизод 3. Что нам тут предлагает в оружейке? Так, небольшой срок службы. Наносит урон врагам при контакте. Ну что же, это радует меня. То есть мы с вами это получаем. Так, надо нам прикупить, естественно, вот дротики. Потому что у меня их вообще не осталось. Оу, а тут-то, кстати, тоже не осталось. Придется, ребят, закупать. Ой-ой-ой, сколько мы с вами гемов тратим на это все дело. Это еще хорошо, что они тут даются периодически. Вроде бы так. Тут еще оружие-то, ну, хватает. Так, ребят, ну что, давайте проверим. Какие-то тут улучшенные мухи. Я сразу вижу по ним. Так, значит, тотемы. Только два тотема у нас есть. И все. Поехали, меня не напугать этими мухами, комарами. Всех буду разбирать. Прокачай диванную подушку, если тебе нужно очень много здоровья. А, вот она баррикадка-то, ребят. Вот она баррикадушка. Так, это хорошо. Так, погоди, вот это мне не нравится. Но-но-но-но-но-но-но-но, не надо буянить. Не надо тут плохишов себе строить, а? Обезьянки, макаки. Вы успокойтесь или нет? Так, баррикада меня не защищает от снарядов, которые бросают враги. Будем знать об этом. Так, давай, овечка, что там ты? О, это как раз мне то, что нужно. Подходят говнюки, давай жарить. А, так вот. Ну давай. Минус. Минус. Так, здоровится. Полночки мы с вами выжили. Вылетело. Так, подожди, тут надо пробивать. Давай.
Так, пробили. Нет боеприпасов. Уже, ребята, так быстро закончились у меня дротики. Офигеть. Да что ты будешь, я путаюсь, ребята, в кнопках. Надо и тут следить, и там следить. Так, последняя волна. Нет, гад, не пройдешь. Слушай, ну я могу сказать тебе точно, что лампа здесь очень нам хорошо заходит. Давай. Последняя волна, то есть это получается последние монстры. И здоровья у нас здесь достаточно много, чтобы противостоять этим гаденышам. А? По красоте, петарду отдайте. Ну давай, давай, добьем. Блин, опять нам придется деньги тратить на дротики. Я уже даже не знаю, что, может быть, другой вид оружия взять. 50 гемов. Фух, солидно. Так, давай смотреть, что нам здесь выпадет. О, почти 1000 монет сразу же. Так, 127 снов. Так, 410. 127 и 722 монеты. Слушай, ну великолепно. 2557. Так, в оружейку заходим и, ребят, закупаем с вами болты. Вот так вот. И у нас, да, у нас очень мало денег. Очень мало. Так, петарды. И все. Ну что, дорогие друзья, давайте на этой ноте мы с вами, наверное, закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей. И, кстати, у нас откроется новый вид оружия. Какая-то труба. Так что всем пока, всем удачи и до новых видосиков.